Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Как всегда, с вами Лиса, и сегодня у нас мукбанг чаепития. Но поскольку на улице очень-очень жарко, горячего чая вообще не хочется. Поэтому я буду пить чай со льдом. Очень освежает, рекомендую. Я заварила обычный черный чай напополам с фруктовым, охладила, добавила лимон и лед. И это вкусно. Ну, действительно, прям такая прохлада. И я напекла вафельки. Видели, да, какая у меня забавная вафельница? Вафельки получаются в форме ракушечек морских. Почему я сегодня решила сделать вафельки? Потому что у меня есть вот эта вот штука. Моя подруга, которая живет в Болгарии, я знаю, что ты сейчас это смотришь, привет тебе, Кристин, прислала мне вот такое варенье. Да, ребята, это варенье из роз. Я никогда такое не пробовала. Мне кажется, это должно быть очень-очень интересно. И немножко сгущеночки. Какая-то, правда, такая густая. Ну, как-то сгущенка обычно более жидкая. Ну ладно, давайте попробуем вафельку. Нет, я хочу сначала просто попробовать это варенье. Мне прям очень интересно. Такое густое. Прям пахнет розами. Очень интересный вкус. Такие желешечки, это, наверное, кусочки розовых лепестков. С ума сойти можно. Ну что, пробуем? А это очень вкусно. Такое было бы, наверное, вкусно запивать молоком. Что-то я притупила. Ладно. Холодный чай тоже пойдет. О чем мы сегодня с вами поговорим? Как думаете? Это одна из тем, которые вы просили меня поднять, причем неоднократно. Мистические истории. С вафелькой в руке это особенно мистически смотрится. Скажу сразу. Я прям очень верю в эти все вещи потусторонние. К моему счастью, непосредственно я, ну, я вот сидела, вспоминала, ничего такого со мной страшного не происходило, ребят. Не то чтобы прям страшного, но прям конкретно мистического, знаете, чтобы я сказала, это 100% вмешательство каких-то иных сил. Не было такого. Ну, кроме того, что мне постоянно снятся какие-то жуткие кошмары и чего-то мерещится, если я ночую одна. То есть я могу проснуться посреди ночи, и мне начнет казаться, что в кресле в углу комнаты кто-то сидит, а в двери из проема на меня смотрит какая-то бабка. Ну, короче, это все свойство моей психики. Это совершенно не относится к мистике. Я знаю, что не любите, когда облизываю пальцы. Простите. Какие вкусные у меня получаются вафельки. Жалко, что вы не можете попробовать. Такую хочу. Еще тепленькие, такие мягкие. Ну так вот, поэтому я расскажу вам две небольшие мистические, действительно мистические истории, загадочные, которые произошли, ну, которые действительно имели место быть. Одна из них произошла с моей крестной, а вторая с маминой коллегой на работе. То есть это все не выдуманные истории, это реально происходило.
Гусеночка. Как я люблю гусенку. Не могу оторваться и начать рассказывать. Ладно. В общем, первое, наверное, расскажу про мою крестную. Она, в принципе, такой человек по жизни совершенно непунктуальный. Она опаздывает всегда и везде. Для примера, вот когда мама моя приглашала ее на какие-то семейные торжества, там типа на день рождения или что-то такое, так вот всех гостей, допустим, зовут на 4, крестная мама говорит приходить к 2. И в итоге она приходит ровно в 4, как раз успевает со всеми сесть за стол. Вот, то есть она прям такая, ну, капец, как непунктуальная, постоянно везде опаздывает. Но это не касалось никогда полетов. Она очень много летает, и в аэропорт всегда выезжала там заранее. То есть, чтобы успеть на регистрацию, все, ничего не пропустить ни в коем случае, не опоздать на самолет. И так получилось, что она куда-то летела, я уже даже не помню куда. И все в тот день с утра у нее вот как-то не задалось, знаете. То есть постоянно возникали какие-то препятствия по дороге в аэропорт. В итоге она опоздала на регистрацию рейса буквально там на какие-то несколько минут. Но ее из принципа уже не пустили, то есть какие-то попались принципиальные работники авиакомпании, которые ее не допустили к регистрации. Самолет улетел без нее. Представляете, да, состояние человека, который опоздал на самолет. Причем на перелет важный, на перелет дорогой. Ну, там, понятное дело, меняют как-то эти билеты, если ты опоздал. Ну, опять же, с потерей стоимости и все такое. В общем, это было, ну, нерадостное событие ни в какой степени. И в итоге, ребята, этот самолет разбился. Представляете? Я в шоке была, когда мы об этом узнали. И там, ну, практически, по-моему, даже никто не выжил. Это жесть вообще. Ну вот и не верь после этого. Какие-то силы провидения. В ангелов-хранителей. И тому подобное. Краешки получаются хрустященькие, так вкусно. Ну вот. Вот эта мистическая история реально произошла. Я до сих пор, когда об этом рассказываю, у меня прям мурашки бегут. Напишите мне обязательно в комментариях, кстати, пока не забыла, о тех историях загадочных, необъяснимых, которые происходили с вами или с вашей семьей. Мне очень интересно. Я всегда и книжки такие любила читать. Всякие передачки смотреть. Ну так вот. Еще хотела рассказать историю, которая произошла с маминой коллегой. Это вообще просто за гранью моего понимания. Наверняка даже не с коллегой, а с женой этого коллеги. Потому что моя мама стоматолог, и у них в больнице работал хирург. Ну, знаете, да, в стоматологии тоже есть раздел хирургии. Это те ребята, которые выдирают зубы. Вот. В общем, это был такой хороший, серьезный мужик, который тянул на себе... Ну, не тянул, но, скажем так, обеспечивал всю свою семью. У него была жена и двое дочек. Жена где-то работала, я уже даже не знаю. Ну, в общем, деньги основным добытчиком был вот этот хирург.
И так получилось, когда дочки уже были большие, взрослые. Он заболевает, ему ставят диагноз меланома. Кто не знает, это рак кожи. Он умирает. И для семьи как бы наступают, конечно, такие сложные времена. Потеряли кормильца, можно сказать. Одна из дочек была беременная. А с мужем там что-то, то ли у нее не было мужа, то ли такой был. Лучше бы не было. Короче говоря, месяца через 3 после его смерти, когда все накопления, которые были, уже потихонечку так подошли к концу. Вот. И наступил такой момент, когда денег, ну вот прям просто нет. Вот нет, и взять их ниоткуда. Уже у всех, у кого можно было, перезанимали, отдавать не с чего. Эта девочка беременная, старшая. Ну, в общем, хоть садись и плачь. И, в общем, легли они спать. Такие все расстроенные, в расстроенных чувствах. И вот я не помню, мама мне рассказывала, вот я не помню, кому из них, то ли жене, то ли младшей дочери. Снится сон. И во сне вот этот хирург, то есть папа, говорит ей: что ж вы не посмотрите где-то там, вот то ли за книжками, то ли, ну, в общем, называет один из таких потайных мест в квартире. Там же заначка, вы же не нашли еще одну. Вы же все уже нашли, а вот это вот одна, там нормальная сумма, вам как раз хватит перебиться. И вы представляете, на следующее утро просыпается она помнит этот сон, прям досконально помнит, и, естественно, первым же делом бежит посмотреть. Ну, а вдруг правда, кто из нас, да, не понадеялся бы в такой ситуации на то, что это действительно вещий сон? И ребята таки, да, она в этом тайнике находит деньги, причем находит ту сумму, которую он ей назвал во сне. Вот что это, да? Я не знаю. Много всего есть необъяснимого такого. Те же сны, да? Вот почему мы видим сны? Понятно, что есть какое-то там научное обоснование, где там наша психика воспроизводит какие-то картинки, тыры-пыры. Почему тогда люди иногда видят вещи и сны? Я думаю, что у тех или иных людей в любом случае есть какие-то такие экстрасенсорные способности, которые либо в экстремальных ситуациях, либо, ну, просто время от времени проявляются. Допустим, моя мама, она не часто, но вот бывает у нее такое, что она видит вещи и сны. Причем не всегда они явные, то есть не сбывается не так, как это происходит во сне, а вот какие-то иносказательные такие вещи. Я помню один момент четко. Я еще в школе, наверное, училась. Или на первых курсах института. И у папы на работе были, ну, определенные проблемы. Они должны были заключить крупный контракт. Но там все затягивалось, откладывалось, и была вероятность, что вообще вся сделка сорвется, и это бы как бы означало финансовый крах для нашей семьи в данном случае. И... Ой, такой-то некрасивый у меня получился, давайте его съедим. В общем, накануне такого решающей встречи, где должна была уже окончательно определиться с этой сделкой, маме снится сон. Как будто бы они с папой гуляют по замерзшей реке. У нас в Донецке есть речка, называется Кальмиус. Вот они как будто бы идут по этому замерзшему Кальмиусу. И мама говорит, вот прям во сне было такое ощущение, что лед очень тонкий, и он сейчас сломается, и мы провалимся под эту воду. Вот прям такое неспокойное, очень страшно идти, а почему-то не идти они не могут через эту речку переходить. И мама говорит папе: вон, смотри, сидят рыбаки, давай подойдем, посмотрим толщину льда. Потому что, ну, такое ощущение, что он очень тонкий, но они же там сидят почему-то, да. И мама говорит, мы подходим к вот этой лунке, да, в проруби, откуда они рыбу ловят. Говорит, я так заглядываю, вижу, что там вот такой лед по толщине. И она проснулась на утро и говорит папе, что типа, не переживай, все будет хорошо, я видела сон, лед толстый.
Как бы это ни звучало смешно, но контракт они подписали. Да. Ну и все хоть раз, наверное, в жизни, да, обращались к вот этим бабушкам-ведуньям. Когда, типа, какой-то, какая-то болезнь. Или заглазили там, да, или что-то еще. Мы ходили тоже когда-то. Ну, по поводу папиного там здоровья. И вот эта бабка-ведунья, она как бы, ну, действительно объективно что-то умела, потому что результат был как бы... Она на маму посмотрела и сказала, ты тоже, типа, на нашей стороне, одна из наших. Просто она как бы не занималась, естественно, никак там развитием этих способностей. Еще один сон, я помню, ей когда-то приснился. Я собиралась поменять работу. Это еще в Донецке было. Собиралась уйти из банка на должность персонального ассистента, руководителя одной очень крупной компании, одного большого холдинга. Холдинг прям миллионник. И должность была как бы интересная, потому что и денег там порядком, на порядок выше платили, чем я зарабатывала на тот момент. Ну, и сама по себе как бы перспектива. Знакомства какие-то завести полезные. И, короче говоря, я туда ушла. Ушла, и вообще у меня там не задалось, ребята. Я поняла, что именно вот эта профессия, это вообще не мое. Я проработала у этого руководителя буквально там, наверное, месяца три. И ушла обратно на старую работу. Меня как раз обратно позвали, и я не стала сопротивляться и ушла. Но накануне того, как я собиралась уже писать заявление об увольнении, перед тем, как уходить на эту работу, мама мне потом уже об этом рассказала. Ей приснилась бабушка покойная, мамина мама. И она как будто бы так смотрит вот на нее пристально и вот так качает головой. Типа, не надо. Мама мне об этом не рассказала. Да и как бы как это можно было тогда интерпретировать? Правда, к чему это относилось? Но мы сейчас думаем, что именно к вот этому. Ну, в любом случае, все закончилось хорошо, поэтому... Так что, если вам снятся такие вещи, сны, ребята, или что-то такое происходит, не знаю, относитесь к этому, что ли, более внимательно, потому что все может быть неспроста. Я тут, короче, под шумок умяла почти целую тарелку вафель. Ну, вкусненькие такие. Завтра у нас пятница. И завтра будет стрим. Все желающие, обязательно присоединяйтесь. Это будет, наверное, часов 8 вечера. Ну, я еще завтра постом сообщу точное время. Но, скорее всего, с 8. С 8 там, до 10, до 11 посидим. Пообщаемся. В общем, это варенье из роз. Очень интересная штука. Никогда такого не пробовала. И так пахнет, ребята. Как оно пахнет. Все, я последнюю вафельку доедаю. Это мужу останется. То вы переживаете вечно, что еды не остается. Не переживайте, я его кормлю. Я надеюсь, вы успели со мной попить чая или кофе, или тоже что-нибудь такое прохладненькое. И надеюсь, вам понравились мои мистические истории, если их можно так назвать. Я даже сегодня черное делаю для полноты образа. Хотя это платье не сильно, по-моему, гармонирует с вафельками, ну ладно. Наелась. Ну что, не забывайте ставить мне лайки, если вам понравилось видео. Если мне понравилось, ставьте дизлайки, я не обижаюсь. Пишите мне комментарии, ребят, я обязательно все читаю, вы же знаете.
Я всегда рада пообщаться с вами в комментариях. Я считаю, обратная связь и диалог — это всегда здорово. Ну все, до новых встреч, до завтрашнего стрима, если вы на нем будете. Если нет, то тогда до следующего видео. Пока-пока.